Итак, победителя на фан-бокс брейкинг 1-1 становится это... Раз! Это... Два! Это... Три! Егорка! Давайте пошли за Егора! Давайте пошли также для Алексея Егора! Спасибо! Егорка, ты первый! Ребята, пока кто-то еще здесь, хочу сказать спасибо, кто остался до финала здесь. Это не значит, что вы хотели забрать какой-то куш, какой-то кэш, увидеть финал и так далее. Вы настоящие, вы делаете эту культуру, потому что вы это делаете, да? Те, кто приходит на один батл, потом сразу схватываются куда-то, когда они слились. Это не культура, это не танец, когда происходит так. Когда мы приезжаем на джем, на батл и так далее, мы приходим получать удовольствие и танцевать. Никогда не гонитесь за сразу чемпионским поясом. Никогда. Есть только танец, любовь, мир, надежда.